Обеспечить здоровую конкуренцию и эффективную защиту предпринимательства – главная миссия Федеральной антимонопольной службы. Ее сотрудники не позволяют крупным предприятиям съедать мелких предпринимателей, корпорациям вступать в сговор, а ценам неоправданно расти. По словам руководителя ведомства, работа УФАС также позволяет экономить бюджету региона сотни миллионов рублей. К примеру, дело о незаконной закупке медицинских изделий в 2017-м позволило сохранить 400 миллионов рублей в бюджете региона. Мы создаем после решений судов очень много прецедентных дел. Кроме этого, мы еще и являемся той организацией, которая приносит дополнительные денежные средства в бюджет Ульяновской области не только в виде штрафных санкций, но и в виде своевременных советов правительству Ульяновской области. Несколько лет подряд УФАС России по Ульяновской области входит в десятку лучших отделений в стране. За плечами сотрудников регионального ведомства 30 лет кропотливой работы, реальная помощь сотням предприятий малого и среднего бизнеса, тысячи решенных резонансных и сложных дел. Только за прошлый год в службу поступило свыше 1000 жалоб, заявлений, обращений граждан и юридических лиц. В торжественной обстановке губернатор Алексей Русских наградил лучших сотрудников антимонопольной службы. Действительно, вы обеспечиваете социальную и экономическую устойчивость развития России и Ульяновской области. Гарантируете высокое качество жизни наших граждан. Ваше управление сыграло огромную роль в создании и защите здоровой конкурентной среды в регионе, цивилизованных условий для развития рыночной экономики, предпринимательства и бизнеса. Несмотря на увеличение числа жалоб и на то, что ФАС остается самой малочисленной структурой среди федеральных органов власти, сотрудники продолжают принимать качественные решения, законность которых подтверждается в судах всех инстанций. За этими достижениями стоит труд специалистов, которые ответственно относятся к своему делу. Кто-то говорит, что с конкуренцией все плохо, но мы видим здесь и в том числе и оценку дает нам и правительство, и люди, мы получаем письма, в том, что есть инстанция, куда можно обратиться по вопросам защиты от лиц, которые занимают доминирующие положения, монополисты обобщенно, ну и иные нарушения, перечислить их и достаточно много. Компетенция антимонопольной службы достаточно широкая. Благодаря ответственному выполнению своих служебных обязанностей антимонопольщики завоевали авторитет среди населения, предпринимателей и органов власти Ульяновской области. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.